Бездомных собак предлагают запретить выпускать из приютов на волю. Они должны находиться под присмотром, пока их не возьмет к себе новый хозяин или жить в приюте до конца жизни. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму фракция ЛДПР. Как считают авторы инициативы, даже стерилизованные бездомные животные представляют угрозу, особенно для маленьких детей. В свою очередь, директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева считает, что первоначально надо решить проблему появления бездомных животных на улице. В прошлом году в России было 567 приютов для безнадзорных животных. Однако, чтобы разместить всех бездомных собак, нужно построить еще без малого 500 таких заведений. С просьбой выделить средства на эти цели обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко первый зам генпрокурора России Анатолий Розенкин. По оценкам экспертов, для этого требуется порядка 20 миллиардов рублей.